Адресная социальная помощь продолжает бить рекорды по востребованности в Туркестанской области. Здесь за выплаты обратились больше 74 тысяч человек. Благодаря АСП многие начинают собственное дело. В центре занятости отмечают, что малообеспеченные многодетные семьи стали открывать пекарни, пельменные цеха, магазины. Сегодня там зарегистрировано 44 600 индивидуальных предпринимателей. Катерина Попкова продолжит. Эта станция технического обслуживания теперь кормит большую семью Бименовых. Глава семейства занимается ремонтом автомобилей, а супруга – продавец в магазине автозапчастей. Открыть собственное дело получилось благодаря адресной социальной помощи. Сейчас у нас есть все условия для того, чтобы встать на ноги. Благодаря адресной социальной помощи открыли свое дело. Теперь хотим расширяться. Мы планируем взять еще кредит. Сейчас у Бименовых уже есть постоянные клиенты. В районном центре Шалакурган хороших автослесарей не хватало. Узнав об успехе многодетной семьи, односельчане тоже решили попробовать себя в бизнесе. В Сузакском районе за адресной помощью обратилось 1800 семей. При получении адресной социальной помощи заключается договор. Его условия должны обязательно соблюдаться. Если человек пишет, что хочет развивать личное подсобное хозяйство, то, получив деньги, он должен купить скот. Правда, не все обратившиеся получают финансовую поддержку от государства. Специалисты тщательно проверяют, чтобы не было случаев обмана и иждивенчества. В регионе адресная социальная помощь бьет рекорды по востребованности. Большой поток людей продолжает сдавать документы. Катерина Попкова, Нурмахан Бекмуратов, Туркестанская область, Хабар-24.